мешает реклама, жми на крестик. Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Так хотел бы сегодня презентовать, так скажем, некое превью онлайн стрима на Твиче, на котором я буду отвечать на, ну, в принципе, на любые ваши вопросы по игре, ну, возможно, и не только, вот, которое пройдет в этом месяце, 29 числа, думаю, на расчет около 9-10 вечера по Москве, так скажем, я думаю, да, то есть лучше стопроцентное, так скажем, место встречи, это на 10 часов вечера по Москве, вот, и да, то есть каждого буду там ждать, так как, почему первое видео решил сделать такое, потому что в день бывает доходит до 30, не то чтобы сообщения, 30 разных человек могут написать ВКонтакте с разными вопросами, стараюсь я отвечать каждому, то есть здесь нет какого-то такого там выборочного, с тем я дружу, с тем не дружу, то есть отвечаю всем, конечно же, если есть время, я не занят работой, либо просто личной жизнью, вот, поэтому у каждого, у кого есть вопросы, я считаю, вопросы по игре есть много. Если вы хотите их задать, спросить у меня мое мнение, там, не знаю, посоветоваться, любой вопрос, там, даже каверзный, на который я, возможно, и не буду знать ответа по игре, и у меня еще десятки вопросов остаются, так что вы не думайте, я каждый день узнаю что-то новое, поэтому считаю, будет это интересно и мне, и вам, поэтому ссылку я оставлю вот приблизительно где-то вот здесь, плюс в описании, в комментарии на Twitch, вот, поэтому регистрируйтесь, задавайте мне вопросы в чате, а я параллельно вам буду уже отвечать, так скажем, вживую, так как все-таки, я думаю, вы понимаете, ответить в день на один и тот же вопрос раз 20, даже, наверное, 30, это не, ну, не то чтобы тяжело, это просто, ну, как-то даже глупо с моей стороны, и поэтому этот онлайн Twitch, он как бы некак компенсирует, что ли, даже мое время, то есть, к примеру, да, если там 20-30, пускай 50, там, ну, 100 человек одновременно услышит там ответ на этот вопрос, хотя бы часть из них такая, о, окей, да, действительно, почему бы нет, и, следовательно, этот же вопрос они мне не зададут в этот же день, либо там через день, неделю и тому подобное, то есть мне не тяжело, я за это там деньги не беру и так далее, но это и мой интерес, это и ваш интерес, поэтому всех, кто желает, поддержите меня, буду каждому рад. Жду вас, опять же, напомню, 29 числа в 10 часов вечера по Москве. Ссылку я оставлю внизу. Всем спасибо за внимание, всем удачи, побед вам, пока.